И в развитии темы. Минздрав Республики утвердил корпоративную программу по укреплению здоровья на рабочем месте. Основная ее задача – убедить людей ответственно относиться к своему здоровью. Немного истории. На самом деле, на предприятиях, когда они были еще государственными, всегда была цеховая медицина. Избавились от нее уже новые собственники, посчитав заботу о здоровье лишней тратой денег. Понадобилось время, чтобы владельцы поняли, что они поторопились с продажей, как тогда говорили, непрофильных активов. Свою прямую заинтересованность в здоровье граждан проявило и государство. Частью национального проекта «Демография» стало формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. Свое желание принять участие в этой программе высказали представители 5 предприятий республики. Завода имени Чапаева, Аконда и Шлейского завода высоковольтной аппаратуры, акционерных обществ «Староупаковка» и «Рекон». Уже создана рабочая группа, за каждым предприятием закреплена медицинская организация. На первом этапе проекта будет проведена комплексная оценка состояния здоровья работников предприятий. Сколько человек регулярно занимаются спортом, следят за питанием, имеют вредные привычки, делают прививки. Затем будет разработана программа для каждого предприятия, учитывая мнение самих работников и работодателей.